вас уже есть паспорт объекта, название объекта, строительство производственного объекта по созданию экотехнопарка, коммуникационных систем развития делового туризма. Здесь видно этап подготовительной работы. Видно начало строительства 21 августа. Уже видны изменения. Сегодня у нас 10-е, окончание октября 2016 года, и мы должны сроки это все сделать. Сроки действительно сжатые, но в компании Skyway понимают, что каждый лишний день – это неоправданные расходы и задержка строительного процесса. Работы не останавливаются даже в выходные дни. Это все реализуется благодаря четкому графику и грамотному планированию еще на этапе проектной документации. Изменения на строительной площадке происходят практически каждый день. Вот для примера кадры аэросъемки недельной давности. А вот что происходит сейчас. Видно, кто заказчик, это мы, ЗАО «Струйные технологии». Проектная организация, это тоже мы, ЗАО «Струйные технологии». У нас уже есть категория проектной организации, хотя мы созданы чуть более года назад. Подрядчик ООО «Строймонтаж», он сейчас работает, и работает хорошо, мы довольны. И это мы делаем с разрешения Пухачевского районного исполнительного комитета. Вот разрешение. То есть это делаем все как надо, по закону. Каждый может приехать сюда и убедиться. А теперь посмотрим, что мы успели сделать за 2 недели. Участок полностью очищен от кустарников и деревьев, которые пошли в переработку и вернутся уже в виде гумуса, питательного плодородного слоя. Рельеф экотехнопарка выравнивается, грунт готовится к утрамбовке в тех местах, где согласно чертежам будут возводиться элементы путевой структуры. Также начались работы по заливке бетона фундамента анкерной опоры. Мы видим здесь, собственно, еще не фундамент, это то, что под фундаментом бетонная подушка, ну, чтобы уменьшить нагрузки на грунт. Фундамент будет выше, и сейчас вот устанавливается каркас. Это каркас не несущий, это арматурная сетка, которая, ну, включит бетонную работу и не даст ему возможности растрескаться. А рабочая арматура, она будет вверху, внизу, а он уже ее, собственно, устанавливает, рабочую арматуру. Это 32 мм. Очень прочная арматура, прочность 5000 кг на квадратный сантиметр. Также на участке начались работы по созданию элементов ландшафта, ведь территория экотехнопарка не только площадка для демонстрации струнных технологий, но и зона отдыха. К слову, у Анатолия Эдуардовича не бывает просто красивых элементов, они всегда будут иметь еще и практическое применение. Исходя из пожарной безопасности, на территории экотехнопарка должен быть пожарный водоем. Поэтому, естественно, мы должны его сделать, и мы уже его уроем вот здесь. Но я рыбак заядлый, у меня давняя мечта иметь плодик озера с рыбой. Поэтому это будет не просто пожарный водоем, здесь будет красивый пруд, озеро. При этом будет здесь сделан каскад. Скорее всего, мы сделаем 2 озера, чтобы можно было приливать воду с одного озера. Другое, чтобы она не заставилась и была качественная вода, потому что мы хотим здесь зарыбить не сорной рыбой, там караси, там карпы, а благородной хорошей рыбы. И через 2 года здесь, ну, совсем будет другой вид этого места, здесь будет сад вокруг, здесь будут красивые деревья, кустарники, зона отдыха и зарыбленный водоем.